Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Можно втроем, можно по одному. Как вообще игра прошла, впечатления, планы на сезон? Здравствуйте, мы команда Ганновер 96. Ну ничего, это первая игра, мы проиграли. Главное не унывать, собраться, в дальнейшем прогрессировать. Все будет хорошо. Первая игра, соперник был интересный, конечно. Жалко, что проиграли, но мы поняли, что такое эта лига. Будем серьезнее готовиться к следующей игре. Вам бы дисциплины побольше. Да, потому мы что техника работаем. У вас хорошая, вопрос, да. Техника, да, и тактику бы нам чуть-чуть. Удачи в следующих турах. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, ребят. До свидания. До свидания.